Головоломы. В эфире головоломы. Шоу, которое...
эфире головоломное шоу, которое подкрадывается к науке сзади, предлагает фонтанчик пороха и микроволновки.
следующее дело, если умрет один, погибнут все. К счастью, у нас много запасных. Жвачка могла бы мне несколько несложных упражнений, чтобы продвинуть в этот риск того, что жвачка путает их внутренности врача. Итак, не может быть, горячая вода замерзает быстрее холодной.
сегодня она выбрала круглый и сочный грейпфрут. Ваши предположения? Пойдет ли он на дно или нет? Узнаете ответ через несколько минут. Пока можете.
В случае с желтым это был пропан с зеленым бутан. В случае с количество очков. Осталось два шара, на счету игрока 147 очков. Он должен сконцентрироваться. Он аккуратно загоняет шар в лузу. 140. Он кажется невероятно спокойным, в отличие от нашего сбитого с толку головолома. Этот фургон заполнен несжимаемой жидкостью, известной как H2O. В воде находятся заряды взрывчатого вещества. Вот и все. Вы видите, как вода вырывается через все щели фургона. Сила взрыва еще и снесла фургон с шасси. Очень впечатляет, как и сам Квентин Херр, набравший 140 очков. Он в одном шаге, одном взрыве от максимальной серии.